Привитос, амигос. Ну что ж, вот и настало время заняться ликвидацией лишних группировок в этой игре. Первому придется выпилить подземку. Стоит вполне конкретный квест. Уничтожить Дездемону. Ничего не подозревающую Дездемону. Сара Коннор. Дездемонор. Сейчас, конечно, надо же. Ты чем занята? Ты что, дура, что ли? Да, сюда направляется Братство Стали. Хочу, чтобы ты знала об этом. Какие сочные варианты диалогов здесь есть. I guess they consider us a real threat after all. I suppose we should be flattered. So really, the question is, what are you going to do about it? I'm afraid you all have to die. Oh, don't do this! Deacon vouched for you. I knew I shouldn't have trusted him. Or you. Да, можете сопротивляться, цыплята. Ну вот и все. Что ж, неплохое начало серии. И Пайпер не сильно психанула. Ну, терминал этого ублюдочного робота мне не интересен. С его кучей тупорых квестов. Да, Пайпер, враг ушел. Хотя вот это, по-моему, еще дышит. Так, ты снова удостоена чести носить мой миниган. Хорошая пушка. Я говорил, что миниган говно, но беру свои слова обратно. Миниган тащит, по крайней мере, против обычных людей. Но единственное, что патронов, конечно, на него вы хер когда напасетесь. Ну что, пафосная дрянь, еще хочешь мне дать какие-нибудь свои сраные квесты? Наверное, нет. На всякий случай. А то всякое бывает. А где дьякон? Мудьякон. Надо было задрать градус цинизма. Ой, воровать нельзя, господи. Пиздец, беда-то какая. А это что за хуйня здесь бегает? А Пам мне не враждебен. Пам, что случилось? Пам. Processing. Agent. Charmer. Your arrival was not calculated. Вот ты тупой ублюдок. Start making some sense. Unable to process verbal response. Preliminary adjustments to statistical models complete. Я была и есть. You're just a broken machine. All systems fully functional. I provide first order approximations. Понятно, иди нахер. What? That's amazing. Caution. Счастливо оставаться, уберись тут. If you're wrong sometime. Repeat. Operation complete. Query. I'm from Vault. Accessing. Я понял, робот баганул, и как будто он впервые меня видит. Понятно, все с ним. Тупая жестянка. Да, лихо я их всех уделал.
И даже мяу сказать не успели. Вот, а это миниган у меня еще не прокачан, блять, что я там подбираю-то? Вооружена подземка, конечно, как полное говно, с какими-то, блин. О, заряд взрывчатки, нихера себе, что это такое? Мило. Чё за мило? Йович, что ли? А, это его, блядь, ебучий передатчик. Который уже, гвоздомет. Прокачанный, да? 91 гвоздь. Кстати, кто-то мне говорил пострелять гвоздо... Ой, сколько у него гвоздей-то. Интеллект 1, цена 5, вес 0, возьмем. Ну, вообще, можно его на пайпер одеть. Кто-то говорил пострелять из гвоздомета? Да, действительно интересная пушка. Если ее, наверное, прокачать еще, будет, наверное, совсем хороша. Я вот не помню, у меня есть прокачанный гвоздомет или нету. Причем гвоздомет, я не понимаю, это винтовка или что это такое? Почему, блядь, гвоздомет весит как... грёбаная ракетница. Вообще надо что-нибудь повыбрасывать. Например, вот этот автомат, хотя он весит почему-то меньше, чем штука, сделанная из пистолета. Тоже, блядь, хер поймешь, как у них все это рассчитано. Ладно, так, помощь. Обожусь-ка я бафу-то. Ой, естественно, возникла зависимость, куда же без нее. А доктора, который ее снимал, только что грохнул. Вот совпадение, ладно. Отец ждет. Хотите прикол посмотреть? А, сейчас. А, пару приколов и потом продолжу. Релейная граната синтов. Мне стало интересно, что же она делает, смотрите. Смотрите, сюда телепортировался синт. Что будет делать местное население? Сейчас один крестьянин только что подбежал и попытался залезть в экзоскелет мой. Я вообще с этого угорел. Нет, почему-то в этот раз они этого не делают, но граната прикольная. То есть можно, получается, устроить войну между моими поселенцами и синтами, которых себя призвать. Но отвали нахер от меня. Социальный эксперимент дня будет не в этом, а будет он в том, что будет, если накидать гранат между моей коллекцией силовой брони и подорвать все это нахер. Надеюсь, вам интересно на это посмотреть так же, как и мне. Ха-ха-ха, ёптать. Пайпер аж с копыт упала, но, к сожалению, силовая броня осталась целой и невредимой. Что как бы намекает на то, что это полная херня. Прочность даже не вся потратилась, охренеть. Так можно краш-тесты силовой брони проводить. Так, ну а теперь давайте все-таки устроим войну горожане versus синты. Где эта релейная граната? То есть я так мог напасть на подземку, получается, только что, с помощью релейных гранат. Ну что, откуда начнем вторжение? Я думаю, отсюда. Посмотрим, кто кого. Я так в готике еще делал, когда на паладинов натравливал. Скелетов армию. Восстание машин! Терминаторы восстали! Пайпер, мне нравится, что Пайпер не принимает в этом участие. Смотрите, вот они, синты, нагнули только что какого-то бомжа. Но люди, к сожалению, в этой игре в моем поселке бессмертны, поэтому у синтов нету шансов, потому что синты-то могут умереть. Какого-то хера в борьбу вмешался Кордсворд. Я его даже нагнул, чтобы он не лез. А вы... О, смотрите, смотри, крестьянин в броню залез. Смотрите, во вторую, ёптать. Броня-то на расхват, смотрите. Откуда они батареи берут, я не знаю. Или я не из всех вытащил. Да, это прикол. Интересно, а броню-то они на место поставят? Пайпер. Они почему-то обстреливают Пайпер, который вообще не при делах. То есть какое-то говно, блядь. Залезла в мою силовую броню и херачит мою спутницу. Да, и силовуху, я так понимаю, на место они тоже не понесут. Кого они там еще нашли? В дутни какие-то прилетели, ёпта иметь.
Ладно, вдуть не я завалю. Мне просто интересно, положат они броню мою на место или нет. Пиздец, они всю броню забрали. Нет, нет, они ее просто оставляют стоять. Куда в нее убежали, там и оставили. Придурок, блядь. Сука, два придурка. А, все-таки они умирают. Сверхнаглость. Залезть в мою броню и стрелять по мне же. Ладно, всем спасибо за то, что посмотрели социальный эксперимент. Прохождение продолжается. А тем временем у меня отменилась или провалилась большая часть квестов, которая висела. Вот, все, что связано с подземкой, все, что связано с восстанием синтов, с братством стали, все это пропало. Сейчас, кстати, квест устранить лидеров подземки. И, как я понимаю, лидер подземки остался только один. Я думаю, что вы поняли, о ком идет речь. Вот, придется завалить его, походу. Жалко бонус спутника. А, ну и квест минитменов остался. На... Против минитменов ничего не имеет ни одна из группировок. Всем на них насрать. С моей же кувалдой. Да на папу. Ну что ж. Так закончилась история пиздобола Дьякона. Сука, он все-таки син. Смотрите, он... Он еще жив, он встает. Он шевелится. Видите, ему башку почему-то не оторвать. Обрезание. Так, что у него там было-то? У него было ровно то, что дал ему я. И его очки. И выстиранная домашняя одежда. Дурацкий бесконечный пистолет. Все? Лидеры подземки мертвы? А, еще не все мертвы, а кто еще остался? А. Пам, что ли, еще? Пам тоже считается лидером подземки? Сраный робот? Нет, дело не в Паме. Убить надо кого-то в церкви. Ух ты, блядь. А. Тупая Глория даже не знала, что я пришел за ней. Бронированное пальто подземки класс 1. Ух ты. Ничего себе. Срамота-то какая, господи. Стыдоба. Слушай, Пайпер, а на тебе это сработает? А, почему-то с нее нельзя снять пальто серебряного плаща, только шляпу. Давай мы тебя оденем в... вот в это. Подожди, а где? А, вот. А, броня серебряного плаща-то покруче будет. 42-42. Так, тогда надо выкинуть. Прикрыть стыдобу. Как по-дурацкому работает нуд-мод, почему только одну бабу. Но будем считать, что я ее прикрыл. Да, конечно, я думаю, что братство стали будет в ярости. Они сюда придут, а здесь ни фрагов, ни лута. Черт, что вообще? Вообще скриншот, что ли, не сделать? Пайпер, прекрати ходить по ней ногами. Так, ладно, время отправиться к отцу. Я надеюсь, сейчас он папкой будет гордиться. Папка смог, папка сделал. А, блин, интересно, а не надо помочь сыну побыстрее помереть, чтобы занять пост директора? А то я вроде директор, а он до сих пор мне задание дает, что-то лохотрон какой-то. Интересно, а можно вообще со всеми фракциями посраться и не быть ни в одной из них и пройти игру? Да не, без проблем. Убил, как высморкался. Ты
Sure. There's always one last thing. You're not wrong, I suppose. There will always be issues that need to be dealt with, but this... this is something else entirely. The Brotherhood of Steel covets technology, and has made it clear that we cannot peacefully coexist. They will eventually come for us, and attempt to take what we've spent so long creating. Взять паладина Данса в пачку, что ли? Before they can destroy us. Окей. Говно вопрос, понеслась. I'm glad you agree. But the problem with the Brotherhood of Steel goes beyond the edges of the Commonwealth. It's not enough to destroy them here. There are more of them out there in the world, Father. And they too will come for us. You have something in mind if that happens. I'd like to prevent it from happening in the first place. We will show them that if they interfere with us, the very technology they value so highly will be turned against them. We will teach them that we can appear at a moment's notice, wherever we please, and they cannot ever stop us. They will know better than to ever... Ты, блядь, можешь быстрее сказать, в чем суть? So we're just gonna attack them. There's a plan that's a little more involved than that. Dr. Watson should be in the lab. He will explain the... Дирижабль, наверное, сейчас их посадим в аварийном режиме. Да, вон дирижабль. Кораблекрушение. Охренеть. Круто. Ой. Черт, а я хотел супермутанта уже взять туда и разобраться с этими чертями. Ну, по старинке именно звездюлять тоже, в принципе, можно перед тем, как просто сбить их корабль. A clean and healthy work environment is essential to maximum productivity. Surplus power should translate to increased efficiency and productivity. Ты дурак или что? Dr. Watson. Did you need something? Sean says it's time. Oh, well, I guess it's been coming. Да, давно пора, блин. We should get moving. Let's go, Robin. Сбить их, птичку. What now? I'm still working over the code that robotics sent over. The algorithm is a mess. It's not even close to peak efficiency. I know, but we need to move quickly on this. Dr. Orman has done most of the hands-on work, so I'll let her explain the basics to you. Okay, thanks. Is this really exciting, or is it just me? So, you know that the Brotherhood's main operation is at the airport, right? I'm aware of that, yes. Okay, good. If they were a little less intelligent, we wouldn't even be talking about this. We'd have just swarmed them with synths. But they're not idiots. They've managed to generate an EM field that's messing with our ability to relay in. Атаковать. So we just relay onto the airship and sabotage it. Won't do us any good. There's no direct connection between their robot and the airship. So the immediate area around their encampment is a no-go. They don't, however, have the entire airport covered. We can relay you in to a point at the edge of the airport, and then you can get in and take down the generators. А, и после этого мы... Вау, круто. We'll have the element of surprise, if nothing else. Exactly. You'll have surprise on your side. Should give you some time before they can organize a real defense. For every generator you take down, it means we can start relaying in... Вот это миссия. Замес. Oh, I almost forgot. Take these. Не зря я выбрал институт. Oh, you'll like this. This thing. And I haven't come up with a good name for it yet. It basically deploys a beacon marker. Wherever they land, we can lock onto them and relay synths. А, ну она мне дала еще больше этих гранат. If there's a hotspot, we've only got a few of these, so put them to good. Okay, that's pretty good. Только что она сказала, что там, блядь, силовое поле и туда нельзя телепортировать синтов, а теперь она говорит, вот тебе эти хуевинки, которые смогут туда телепортировать синтов, блядь, блестящие, ёпта. Гениально. It's the Brotherhood's giant robot. Right. They think it's their ultimate weapon. Liberty Prime? We're going to show them it's ours. We've taken everything. Нихуя себе, так давай его просто заебашим. Made a few modifications based on what we think they've done with it in the past 10 years. And this part was my idea. Uploaded the whole thing into a modified synth. The little guy is going to be exposed and vulnerable. So you'll have to keep an eye on him. With Liberty Prime on our side, that'll give us a hell of an advantage. He's not going to go stomping around, and he won't be taking orders. But he will have his weapons and targeting systems overridden. And he'll absolutely recognize their airship as the primary communist target in the Commonwealth.
So your end goal is объект коммунистов. Get to the robot, then hold the position while the synth does his thing. Oh, and don't worry, we'll pull you out of there before everything explodes. If you've got any questions, this is where you ought to ask. If not, they're probably ready for you upstairs in the relay. Значит, хорошо, Лучиано Спалетти, я понял. Have we got a plan B? Seriously? No, this is it. Да-да, как-то, блядь, не тебе ж там жопу-то рисковать. What have I got for backup? With our reactor online, once the field is down, we can throw everything we've got at them. And believe me, we will. А силы мы оттуда успеем до взрыва телепортировать? No questions. Let's do this. All right, good luck. Мне интересно даже на этот Liberty Prime посмотреть. Dr. Lee might not show it, but I can tell she's excited. Так, но сначала надо взять супермутанта в пачку. Я думаю, ему этот квест особенно понравится. По-моему, он у меня в Red Rocket тусит. Вот, несмотря на то, что передо мной стоит задача телепортироваться в аэропорт, я не могу этого сделать по одной простой маленькой, блядь, причине, потому что я нахуй не вижу, где здесь телепорт. Я вижу, что здесь вот что-то круглое, и надо мне подняться еще выше, но... Где? На чём? А, я понял. Меня вот сейчас осенило, что на самом деле это надо зайти, наверное, в лифт и нажать на волшебную кнопку. Сука, я 10 минут тут кручусь, верчусь, думал, наверное, что какой-то персонаж не пришел, который должен был меня телепортировать. А лифт в данный момент занят, а вот он приехал. Только я вижу, что там еще вниз можно спуститься зачем-то. Но мне как бы... Это странный лифт, у него одна всего кнопка, поэтому как и поехать еще ниже, я не представляю, как он работает. Может, там просто запасная какая-то шахта, углубление, что на случай, если лифт будет падать, хотя у него нету троса, что он попадет там в воду в какую-нибудь хрену, поймешь. Так, я надеюсь, что сейчас я все-таки телепортнусь в этот... Да-да, вот, видимо, я правильно вспомнил, что здесь телепорт. Телепорт находится немножко за пределами института, с какого-то хрена. Так, ну что? Предметы, оружие, помощь, все. Я готов. Возможно, что мне надо было заюзать стелс-бой даже, скорее всего, чтобы... Да, я уж думал, что не будет загрузки, конечно, наивный, блядь. Вот я думал, заюзать стелс-бой и по стелсу разрушить эти глушилки Братства Стали, чтобы мои эти институтовские воины смогли сюда пробраться и взять часть огня на себя, потому что, ну, Братство Стали — это не подземка, их больше, они лучше вооружены, у них паладины, у них там хуй знает то еще, все в силовой броне. То есть это все равно, что Звезду Смерти штурмовать, ё-моё. С толпой штурмовиков. Не, хотя там штурмовики тупые были. Штурмовики для меня имперские. Самая большая загадка Звездных войн. Они вроде все клоуны. Не клоуны, а клоны супернаемника, блядь. Их там обучали и выращивали. У них и гены заебись. И они обучены. И все равно нихуя не умеют ни стрелять, ни драться, блядь. Ничего не могут. Импотенты, блядь. И броня пластмассовая, которая их даже от камней не защищает. Это пиздец просто. Это самая уебанская армия на свете, блядь. Хуже просто не было еще. Чё за... О, так я не в аэропорту. Я, сука, снаружи аэропорта. Меня немножко оставили за бортом этой лодки любви. Помощь, где стал сбой. Я все-таки попытаюсь по-научному пробраться. Силач, принимай огонь на себя. Где выход-то? Нас заперли. Но, насколько я помню, по прошлым частям стелс-бой не дает стопроцентную невидимость, то есть враги все равно вас имеют шанс заметить. Вот, то есть они могут вас спалить. Поэтому надо... Блять! Они могут, например, спалить вас по взрывающимся минам, сука, которых тут накидано, поэтому я просто рашну. Вот видите, не только в силача стреляют, но и в меня тоже летят выстрелы. Тут какая-то вон дверь со средним замком. Возможно, что мне сюда и надо проникнуть. Ведь я же взломщик известный, я должен. Почему я стал видим, господи? Это что-то, такой стелс-бой в этой части такой короткий? Да, видимо, так оно и есть.
Вот какой-то генератор. Возможно, его надо вырубить, забрав из него ядерную батарею. Нет, нет, не он. Ой-ой-ой, вот они, палят, палят. Видите, спалили. Проктор Квинлан. Блять, я целюсь или что? Я нихуя не понимаю, это стал сбой. Ты чё, блять, говно какое? Как с него целиться-то? Ёб твою мать. Кандидат братства. О, вон это говно, которое... Которое сломать надо. Все, я стал видимый, это жопа полная. На смысл-то сейчас юзать стелс-бой больше нету, потому что, ну, в меня, блядь, стреляют. Им по херу видно. Хищник, он как бы, знаете, тоже в фильме был невидимый, да, со Шварценеггером и там с этим потом. Только все равно он такой, эту муть все равно было видно, вот это, марево. Блядь, что, он не взорвался, что ли? А, вот, телепортируются мои бравые бойцы. С ракетницами, блядь, в упор стреляют в паладина. Психи. А вот что это такое? А, институтский охотник тоже, видите, невидимый, но в него тоже стреляют. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Здесь еще и винтокрыл. Ну так можно ему как-то, блядь, в крыло-то прицелиться, ёб твою мать. О. Пиу. Пиу. О, о. Ой-ой-ой-ой. Как он мне на голову-то не упал. Так, а теперь мне институт дал какой-то маяк. А, маяк института, где он? Вот, маяк института. Посмотрим, какую могучую... Насколько могучую помощь я могу вызвать с его помощью. Я уверен, что вот-вот они прибудут. Что вот-вот они примчатся мне на помощь. Блять, это дерьмо вообще работает. Всем похую на этот маяк. Господи, он не рабочий. Отлично, отличное вообще, сука, изобретение, блять. Я помню, что здесь, по легенде, генераторы глушилок стоят. Но одну-то я взорвал, и как бы они... А, вот, наверное, они телепортируют. Хотя тут теперь непонятно, какие телепортируются просто потому, что генератор взорвал, а какие из этой... Из этого маяка институтского лезут. То есть вообще не понять. Послушник Кларк. Блять, послушник. У меня почему-то с евнухом ассоциируется. Кларк, у тебя есть членчик там хоть маленький-то? Блять, я не могу стрелять из этого говна. О, Синт, мочи его. Вы его так классно с собой закрыли, что можете его сами убивать дальше. Даже не подумаю, блять, вам помогать. Где еще маяки? Я не вижу. Кувалдой по затылку выгреб только что. Послушник Кларк, у которого можно забрать дневник. С оценками, наверное, блять, из школы юных братанов встали. Крышка, стимулятор, жетон братства стали. Какой-то брат стали тут в пепел обратился. Так, я понимаю, что мне вот надо в лифт, наверное, войти. Силач продолжает своими горбами прикрывать братство стали. Видимо, оно все-таки ему хоть немножко симпатично. Институтские охотники. Все это называется «Мы всеми силами ударим». Вот нет бы в чистом поле. С одной стороны братство стали, с другой институт. Толпа на толпу. Вот это была бы тема, блядь. У них еще и роботы, что ли? На службе. Ну, естественно, что из вот этой, сука, лазерки робот убивается лучше все-таки. Как и Труэль. О, а вот и маяк. Все, в принципе, можно отсюда валить, я так понимаю. Еще один Труэль. Пупса тут нету. Да как будто, если он есть, то я его увижу обязательно. Вот именно я такой зоркий поц. Я самый главный собиратель пупсов на этой планете. Блять, все время забываю поставить эту стойку для пупсов и посмотреть хотя бы сколько у меня их. Да, думаю, немного. Хотя, когда их пропускаю, мне обычно пишут. Я иногда даже бегу их и подбираю, но, блять, уже впадлу. Уже вот они мне нахер не нужны. Я уже чувствую, что пройду игру и прекрасный без пупсов.
Да, по-прежнему никто не выскакивает почему-то из этой. Так, а вон она. Она здесь. За поворотом как будто стоит. А, да вон она. Бам. Мочи рыцаря, ё-моё. Толпой, толпой. Сука, говно такое, блядь. Гранаты-то чьи тут летают, господи. Да и тут такой гренадер просто царский. Он старший скриптер. Это охрененно. Надо критов набить. Да, набил, блядь. Да умри ты нахуй. Ничего не вижу, когда они начинают меня стрелять своими световыми, блядь. Куколками вообще просто ничего не разобрать. Кого ты стреляешь? А, там, да, там. Кандидат какой-то, сука, сидит. Вы повредили имущество института? Пальцем, блядь, не тронул. Так, надо... Надо что-то жрать, потому что что-то медленно хиляет. А, вот и Optimus Prime стоит. Вот он здоровый. О, Проктор Ингрэм. Проктор энд Гэмбл, ёпта, где-нибудь тут есть? Так, Ингрэм, пошел вон. Мы угоняем вашего робота. Ну чё, как от кого его защищать-то? Нет никого вроде. А, вон они. Там стоят турели, но никто из этих турелей... О-о-о! Как то легендарный? А, Паладин Данс прибыл, охуенно. Сейчас. Так, я сейчас сдохну. Сейчас Паладину Дансу, короче, кинул этот... Навигационный маяк для подводной лодки. Давно просили меня показать, как эта херовинка работает. Вот секите прикол. Видели? Ну просто выстрел толстяка, иначе говоря. Паладина Данса так просто хуй завалишь. Знаете, второй маяк. Главное, из ниоткуда взрыв-то прилетает. Даже не видно, что что-то падает. Он просто происходит взрыв и все, блядь. Как будто ты гранату кинул. Бредово. Так. О, плазменный гранат надо. Опробовать на его жопе. Че такое? Турель в бою не участвует, но я все равно снесу, пожалуй. Не вижу, куда делся Данс. А он ушел в зону досягаемости моих гранат. И тушило, бля. Прилетел же на винтокрыле откуда-то, говноед, бля. Надо было мне сюда тоже на их винтокрыле прилететь и начать их пиздить. Вот это было бы вообще... Сверхнагло, наверное. Рыцарь, капитан. Кого тут только, блядь, не нарисовалось. Так показали, как будто я его сейчас просто заваншочу. Ты еще жив там, что ли? Ты заглохни. О, нихера. Кто они тут нарисовались-то? Так, мне нужно, знаете, какие гранаты мне нужен? Которые синтов производят, во. Это не маяк института дебильный, который не работает, это реально призывает их. Только, блядь, уберу вот этого. А, это Брэндис, это дед этот, смотрите, которого я нашел, блядь. Чё, дедуля, как жить-то, ёпта? На, поеблищу. Я не понимаю, как, но он, сука... Лечился только что нехерово. Это что сейчас происходит вообще? Да, братство стали просто бьется, блядь. А, это еще какой-то хуй там на крыше ходит. Блядь, это пиздец. Вот он нахуй хуячит. Самый
самая суть, походу, этой винтовки, что ничего не видно, блядь, когда она стреляет. Надо ему туда накидать синтов, ёптать, пусть. Ёб твою мать, еще один легендарный. Херак. Что у него было? Острая металлическая броня, плюс один харизме и интеллекту. Нихера себе. Да. Выглядит только как, блядь, ржавый кусок говна. Я уверен, что внешность в данном случае обманчива. Пиздец, блядь, ничего не вижу. Старейшина Максон, блядь, пришел. Че, ну реально, блядь? Сломать этот нахуй его. Дискотечный этот лазер, блядь. Я думаю, нихуя. Это в прошлой части можно было пушку разломать и все. Еще лазерный миниган, это круто. У меня такого еще нету. Последний суд, ёб твою мать. Где найдут, там басут. Повышение скорострельности на 25, ёб твою. А чем он стреляет, этот последний суд? Лазерными батареями, наверное. Ядро 37. Чё у меня, блядь, 37 патронов, что ли? Горилла, блядь, какая-то выбежала, ёб твою мать. А чё, сука, скриптер, блин, давай. Как, блядь, вашими же, сука, пушками не очень, наверное, кайфово. Ёпта, накасая вообще просто. Миниган, мне кажется, точнее шьёт. Ещё один старший скриптер. Они еще когда помирают, что-то говорят перед этим, типа. Типа что-то пафосное. Погорели бы не попасть, ну и нахер, блин. О, ну это вообще терминатор восстания машин с миниганом пришел. Все, пиздец, по-моему, нет патронов больше. Мы там захватываем хоть этого робота-то или что? Я тут не могу начать турели строить для себя, интересно. Я не понимаю, откуда здесь берется бесконечное количество этого братства стали? Ни в чё вообще. Лимита нету, что ли? Чего у него? О, 60 ОФ, вторая серия. Старейшина Максон одет в очень крутую броню, видимо, какую-то. Немножечко разломана нахер. А вот Брендис 60D одет. Чего у него? У него есть что-нибудь легендарное? Он же тоже необычный какой-то был. Это был говна он кусок, он был, блядь. Я иногда не могу скрипторов отличить от охотников. Силач. Вставай и хуячи. Сидит демон, сука, ничего не делает. Ну чё? Сука, тут какой-то он. Петухентий, блядь, не дает захватывать. Оптимуса Прайма. Или как там его зовут? Хуяк. одна бестолковка, блядь, отвалилась. Мне кажется, к концу боя здесь трупы будут в 4 слоя лежать, не? 5 легендарщина прет. Сука, на мне сейчас доспехи уже начнут разваливаться. Они, блядь, заканчиваются и не думают. Блядь, это осколочная? Нет. Это я синтов призываю. 75% еще только.
Рыцарь-командор. По-моему, здесь без маяка института очень тяжко как-то приходится. Все, они кончились. Больше нету. Блять, горилла сдохла. Синтетическое мясо гориллы. Шпилька. О, это что, как член встал, блять. Ранящий молот у паладина. Очень странный паладин. Кто это был? Liberty Prime. Ну и чё? Воздушное вторжение коммунистических сил. Вон оно, вон оно висит. Давай. Уничтожить всех коммунистов. Бред какой. Ну, видимо, что воздушный корабль, их я бы вообще не смог заштурмовать, потому что там вообще 800 паладинов на квадратный метр, и, ёб твою мать, я успел отсюда. А, меня же телепортнули. Вот, там очень много паладинов, и помощи от института не будет. Там просто очко бы разорвали моментально. Ну, можно, конечно, если быть перекачанным, нахерачиться там психо, бафутов всяких, я не знаю, чем еще. Прийти с убер-пушками, там все у тебя прокачано, проапгрейжено должно быть. Тогда, конечно, можно расстрелять этот дирижабль. Завалить там всех, в смысле. Получить за это опыт. Но кому такой геморрой нужен-то? То есть, братство стали. Институт я весь вырезал, где психанул в прошлой серии, да? Подземку уже дважды вырезал, но, блядь, братство стали. Все-таки они реальная военная мощь, они серьезная сила. Че грузим-то, ёптать? Даже за экран заставки не появился. О. Ой, бум, все. Это Шура, это все. Это дирижабль упал или ядерная бомба? И взрыв такой 2D, блядь. Как на Сеге, сука, 16-битный. Это пиздец вообще. Уродство. Стронг, тебя тоже телепортнули? А синты там сдохли, что ли? Так, что у меня тут? Шанс усмирить его. О, интеллект 10. Бешенство ботаника. Надо интеллект, наверное, качать. Вот это-то хуйня полная. А, хотя похер. Какая уже в жопу разница. Это топовый скилл, необычный. Да иди ты нахуй. Какой ты умный, блять, а? Нас что, трое только осталось? Да вообще имеет смысл пойти сходить-то, посмотреть что. Выживших поискать, добить. Усмирять. Нахуй мне это усмирение. Такой бред. Это точно самолет? Почему у него нос такой странный? Бомбардировщик какой-то, видимо, охуенный. И чё тут? А ничего тут. Все, аэропорта, то есть аэропорт не существует. Такой локации больше нет. И дирижабля паладинов. Дирижабля братства стали нету тоже. Винтокрылы валяются. То есть я могу походить по... Не могу я походить по обломкам. Не могу найти трупы. Облутать труп капитана, чтобы с него что-нибудь снять. Этого здесь ничего походу нету. Ну вот, капитанский мостик где-то здесь должен быть. Нет, смотрите, вход все-таки образовался. Вот он. Но
Ага, вот. Вот оно. Кандидат братства какой-то, блядь. Нахрен кандидат в жопобратство, блядь, анальное. Мне нужен этот капитан корабля, ёптать. Со своим лутом нахрен этот обсосок. О, станочек выжил. Мило-то как. Ну и внутри все целенькое. Целёхшечко все, целёхонько. Аккуратно как. А, все, вот здесь был вход, короче, в аэропорт. По-моему. Теперь входа нет. Потому что и аэропорта нет. Так, как тут? Аэропорт зачищен. А если я быстро перемещусь, куда меня поставят? Зачищено. Да не зачищено, а уничтожено должно быть написано. Потому что... Зачищено. Или может через какое-то время пожар остынет, он же не может гореть вечно. Тут дождь бывает все-таки. Да, да, понятно, все, больше ничего нет. Да, никаких новых плюшек не открылось. Ну, пойдем спросим, рад ли наш сынок-отец. То, что братство устали, настал эпичнейший конец. О, ну только, блядь, скажи, что вот именно сейчас ты умираешь. Совпадение, да? Hello, Sean. Ah. There you are. I've already heard the news. But of course you wouldn't be here if it weren't a success. Как ты резко ослаб, пока я там, блядь, полчаса бился. I'm glad you're safe. It's all over. Ah. But it's really not. It's just beginning for you. The institute is in your hands. Интересно, если бы я негром играл, что он был бы черный? Lead them well. Ali has always been loyal to the institute and to me. You can rely on her for help. Once I'm gone, it's all up to you. Ты же уже меня директором назначил, ё-мо. Я и так уже все решаю, нет? Isn't there some other way? Another treatment that can help you? Nothing permanent, no. The inevitable could be delayed, but at increasingly terrible cost, I simply decided it wasn't worth it. Don't worry about me. You need to look ahead. Focus on the future. Our time together has been strange, hasn't it? Да, если призадуматься, то, блядь, крыша протекать начинает сразу. Thinking about all we missed out on, I want you to know that I'm grateful for the time. Да, за те три дня это так охуительно было вообще. Ты давал мне поручения, я бегал их выполнял, блин. Что еще? Что еще больше жевать? Отцу больше бы желать нельзя просто. I'm glad I found you. As am I. Thank you. Father, you've helped a boy achieve his dreams, I think. I think I'd like to sleep now. I've lost Sean. И все? Это конец? Я потерял Шона опять? И я закрываю глаза и вижу свою жизнь до того, как с неба посыпались бомбы. Все может измениться в одно мгновение, и будущее, которое ты наметил себе, внезапно становится совсем другим. В какой-то момент это случается с каждым. Не в таком мире я хотел оказаться, но судьба распорядилась иначе, и я оказался именно в нем. Содружество. Мой дом, разорванный на части и собранный из обломков, и я-то надеялся, что смогу найти свою семью, смогу обмануть время, что все будет как раньше. Но теперь-то я прозрел, я знаю, что пути назад нет. Мир изменился безвозвратно, впереди лежит трудный путь.
И на этот раз я готов. Потому что я знаю, что война никогда не меняется. Пошел ты нахуй, блядь. Это что за говно вообще? Это что, это финал такой, блядь, вы сделали? Я вот что, ради этого тут 50 серий сидел, записывал, что вот это, что вот эти, блядь, 4 слайда про... Да вы охуели, блядь, это что нахер такое? Бесезда, вас что, давно не хуесосили? Вы что, припухли? Это что вообще было-то, блядь, сейчас? Это что, реально был финал игры? Какое нахуй расщепление семьи, блядь? Расщепите свою фирму лучше, пизду. Вы не разработчик, вы что-то, блин, вообще это просто... Это все, это был финал. То есть вот это, по их мнению, вот это вот финал. Но это финал был сейчас. Где этот ублюдок? Я его застрелю еще раз. Вот это финал, блядь, да? Вот это финал игры, ёпта, вот это. Вот ради этого я... Вот, сука, ради вот этого... Ты чё, говно, блядь? Ради вот этого я тут, значит, вот это все делал, да, проходил вот это. Чтобы вот эти в конце, блядь, война никогда не меняется. Мне это в начале игры сказали, нахер мне это еще раз слушать-то? Вы что, охренели, что ли? А? Ёптую. Ты хоть сделай вид, что тебе больно, блядь. Говно обоссанное. То есть... Элли, это тебе, что ли, батя доверял, сынок, то есть? Там, руку отстрелила первым выстрелом. Короче, я немножко охереваю. Я хотел бы напомнить всем, что в предыдущих частях, когда игра заканчивалась, да, в частности, она, например, Fallout New Vegas так закончился, что там рассказывали историю, на что ты повлиял в этой игре, да, то есть что там с твоими спутниками стало после всего этого. Чем там для всех это все кончилось, знакомство с тобой, то есть, ну, эта концовка там реально рассказывали, ну, минут 5, наверное, не меньше. То есть, что там было после того, там, после событий игры, там, собака эта, блядь, которой ты мог, там, мозг пересадить или нет, там, спутники твои, которым ты мог помочь или нет, там. То есть, вот это все. Теперь тут просто, блядь... Заранее забиндили концовку для каждой фракции, я так понимаю. Для людей, сука, она одна. А для института она, блядь, другая. Для братства стали она, нахуй, четвертая. То есть вы, как бы, нету смысла проходить эту игру еще раз там, чтобы что-то поменять, да? Вы просто заходите на YouTube, набираете концовка братства стали, концовка подземка, концовка институт. Все вот это, блядь, смотрите, да, и все. И глубоко насрать, как вы играли. Какую. Тут заметь, мне с самого начала игры, честно говоря, вот еще бросилось в глаза, что здесь нету кармы, да? Раньше всегда, по-моему, карма была. Ну, в третьей части точно, я не помню, в Нью-Вегасе. И в Нью-Вегасе она тоже была, блядь. Я помню, что если ты за Легион Цезаря играешь, то у тебя карма херовая. Вот. И. То есть это тоже на что-то влияло. А здесь ее нету. То есть ты можешь вообще хоть что хочешь делать. Все равно это ни на что не повлияет. То есть концовка игры, она запрограммирована, она забита. И это, блядь, это худшее. Вот можно, блин, долго разговаривать, долго говорить, в чем недостатки этой игры, да, что локации Ctrl-V, Ctrl-C, что неинтересно, что еще что-то там. Ну, много вредных людей, там много чего кому-то могло не понравиться. Да, и все это правда. Я не говорю, что это не так. И локации однообразные, и миссий, блядь, интересных нету. То есть это все минусы, базара нет. Но сделать такие концовки, то есть привязать концовку игры чисто к фракции, да, это, блядь, вообще худшее, что можно было сделать. Серьезно. Вот хуже этого просто сделать было нечего. А эти два еще и бессмертных. Их еще и не убить. Нормально. Трупами подземки тут все принарядил. Сейчас я им еще и жонглировать начну. Разве расходись? Приема у терапевта не будет. Пфф, бомбанул пердак у какой-то бабушки. Запись в регистратуре. Бам, бомбанул пердак у второй. Бам, еще у одного. Кто последний за номерками? На завтра не даем.
Короче, я недоволен, и мне на самом деле даже немножко жаль, что топ худших игр я составил до того, как прошел Fallout 4. Если бы я знал, что концовка здесь настолько убогая, то какое-нибудь место, ну, может быть, пятое вместо Mortal Kombat, Fallout бы точно получил. Какая нахуй игра года? Вы чё, блядь, с какого... Игру года, как мы знаем, взял Ведьмак. Я тоже согласен, что игра года — это Ведьмак. Фанаты Fallout 4 можете хоть обосраться, но Fallout 4... В смысле, фанаты Fallout, но Fallout 4 это реально какое-то говно, блядь. Если говорили, что Fallout 3 и Fallout New Vegas это издевательство над первой частью, да, первыми частями, то Fallout 4 это издевательство вообще, блядь, над всеми сериями. Даже третий с четвертым, с New Vegas был обосран, блядь. Потому что, ну, это полное говно. Это было... Это было, во-первых, неинтересно проходить, во-вторых, это неинтересно закончилось. То есть, ну, видно, да, заметно, что под конец игры это все надоело уже. Но... Да хули тут говорить, ёпта, я думаю, что эмоции тут есть у всех, кому эта игра была, не была безразлична, в общем-то, и они, я думаю, похожи все друг на друга, потому что, ну... Ну, блин, тут... Тут даже, ну, не о чем говорить, потому что они реально... Они реально, блядь... Вот в конец они, ну, заговнили. То есть... Это получается что? Что... Блядь, да ты успокоишься сегодня, Шаболда? Получается, вся игра, суть всей игры, понимаете, это даже не сына найти, а... выбрать одну из трех фракций, да, и сделать для нее 4 квеста. То есть игру вообще можно за 3 дня пройти, если выбрать фракцию сразу, да, вот. Взяли там Братство Стали. Ну, естественно, что обязательно вам придется подружиться с институтом, да, либо просто зафейлить квесты института сразу же, там, напасть на кого-нибудь, да, и вам уже не смогут дать квест, там, втереться к ним в доверие. То есть, допустим, вы находите подземку, вступаете в подземку, делаете для подземки 3 квеста, 4-5 там, ну, они небольшие, вам дают квест втереться в доверие института, помочь бежать синтам, вы этот квест профейливаете, и все, и вам дают следующий квест уничтожить институт, мне кажется, вы уничтожаете, и конец игры на этом. То есть, короче, я хер его знает. Если раньше было интересно путешествовать по миру, да, Нью-Вегаса, по третьей части, то есть, если это хоть немного было линейно, теперь линейность вообще куда-то пропала вся, вообще линейности нет никакой. А сюжета вообще как такового нету тоже, потому что, ну, единого целостного сюжетного квеста, по которому вы идете от начала и до конца, нет. Вы просто вас приводят к фракции, к фракциям, да, институт находите, выбираете эту фракцию, за нее уже делаете сюжетный квест, с этого момента привязан к квесту фракции, и с этого момента ваш финал игры для вас предрешен. То есть в тот момент, когда вы выбрали для себя какую-то фракцию, вы себе уже выбрали заранее концовку. Можете дальше не доигрывать. Просто заходите на YouTube, вводите в поиск. Короче, я просто в ахуе. Я шатал трубу всех пулеметов этой пушки. Я думаю, что они будут делать ставку на DLC. Но после такой сюжетки их DLC... Так, ёпта, да, хули там в туль. Чё, зачем тут говорить? Я даже не знаю. Короче, Борода Ивановна, четвертая часть. Вот не зря у меня, блядь, хуевое предчувствие было, когда я квест, когда я крафт увидел. Я, можете посмотреть видео после Игромира, да, я еще записывал давно, где я сказал, что это нахуй за Fallout с крафтом, блядь, это что за... Майнкрафт, блядь, какой-то копатель онлайн, ёпта, ну не Fallout, херня какая-то. Ну и в итоге, короче, так оно и вышло, что кроме крафтов никакой фишки у игры нету, вообще никакой. Просто охереть. Я долго готов был спорить с людьми, которые спрашивали, когда же, блядь, закончится это говно. Ну, я думал, ну чё, блядь, говно, игра, есть игры и хуже, есть игры лучше, но теперь это, блядь, почему-то даже броню тут не снять. Но теперь я согласен с теми, кто сказал, что игра говно, потому что, ну, это серьезно, игра говно тут. О чем тут нахер? Ну, может, это не такое говно, которое совсем говно, но она явно хуже, чем любая из предыдущих частей. Это, наверное, худшая часть Fallout'а. Вот и все.
ретранслятор, хуилятор. То есть, когда меня спросят, да, что ты думаешь о четвертой части Лаута, я думаю, что вопросов этих не избежать. Я буду говорить просто, что это худшая часть Fallout. Чё, отсчет для чего? Чё, сейчас что-нибудь взорвется? Это будет интересно. Можно отсюда убежать, наверное, успеть, да? Мы отправимся в ад. Да пошло все в жопу, даже здесь обломали. Все, пишите, жмите. Прощай, Fallout 4.